Десятая серия. Это я хочу изменить одежду. Мерь. Сними одежду. Еще и одежду снять? Иначе мерки будут неправильными. Давай мне свою куртку. Вау. Кажется, это костюмы от DI. Фасон такой классный. Не трогай, скоро их нужно будет вернуть. Скоро? Разве сегодня вечером у DI не презентация одежды летнего сезона? Боже, боже! Получается, тот человек, скорее всего, модель Сюй Мачень. Не выдумывай. Это возможно? Я видела его параметры своими глазами. Алло, Жен Сюй, ты сегодня свободен? А что, хочешь накормить меня? Мне нужна твоя помощь. Потом я тебя накормлю. Не томи. Что тебе от меня нужно? Сюй Мачень. Сюй Мачень? Алло! Откуда ты здесь? Мне как раз нужна твоя помощь. Помощь для Янься? Да. Ты не только красивый, но и умный. Где Янься? Внутри. Он и со спины такой красавчик. Я хочу спросить, у главной модели DI Сюй Мачэня есть девушка? Нет. Сколько человек в его семье? У него есть отец, который лежит в санатории. Что за глупая улыбка? Нашла деньги и купила себе подарок? Нет. У тебя такое глупое выражение лица. Сюй Мачень, у него нет девушки. Мне кажется, Сюй Маченю нравятся стильные и образованные девушки. Такие, как я, ему не нравятся, так что у него точно нет ко мне чувств. Ты обманываешь меня. Зачем мне тебя обманывать? Послушав тебя, я поняла, насколько сильно он мне нравится. Он правда тебе нравится? Янься, мне нужна твоя помощь. Хорошо, сделаю все, что в моих силах. Сюй Мачень скоро будет здесь? Что же мне делать? Точно, я уйду из палаты, и вы останетесь вдвоем. Это не Сыти. Почему ее нет дома? Невозможно. Может, это все из-за моей внешности? Она же не собирается покончить с собой. Да и к тому же, она же не глупая девушка. Чтобы из-за меня принести себя в жертву. Этот Сюй Мачень. Может, у него что-то случилось по дороге? Точно. Как сосед по квартире, я должен позаботиться о ней. Да. Не берет трубку. Я не верю, она же не могла себе навредить. Позвоню еще раз. Алло, что такое? Что такое? Уже поздно. Почему ты еще не дома? Что такое? Сегодня ты решил обо мне побеспокоиться? Ты ничего не подумай. Мы с тобой соседи по квартире.
Поэтому я надеюсь, что у тебя все хорошо. Я сейчас занята. Не мешай мне. Да ладно. Я знаю, что у тебя нет никаких дел. Что ты имеешь в виду? Ты надеешься, что у меня проблемы? Что за чушь ты говоришь? Женщины не могут совладать со своими чувствами, да? Ты, Жэньсюй, вывел меня из себя, понял? О ком ты говоришь? Я вообще-то не замужняя. Оговорился я. Но все равно. Не возвращайся домой слишком поздно. Мне нужно с тобой поговорить. Нечего тут обсуждать. Ты для меня... Алло? Алло? Теперь я чувствую себя такой свободной. Наконец-то избавилась от клейма воровки. Что насчет меня? Тебя в чем-то обвиняют? Извращенец. Это обзывательство. Если хочешь от него избавиться, есть один вариант. Слушаю внимательно. Во-первых, ты должен научиться доверять другим людям. Если ты будешь чаще улыбаться, тебе будут больше доверять. И ты будешь полностью идеален. Ты хочешь меня обидеть или похвалить? Выбирай вариант, который нравится больше. Еще я хочу поблагодарить тебя. С самого начала именно ты заставил меня подписать договор. Я многому научилась в DI. Директор Дин, я уважаю правила соревнования и покину компанию как можно скорее. Директор Дин, до свидания. Янься! Не волнуйся. Я не расстраиваюсь из-за неудачи. Я не откажусь от своей мечты. Я уверена, что... добьюсь своего. Что с тобой, Янься? Все нормально. Я же сказал, что тебе нужно много отдыхать. Почему ты не заботишься о себе? Доктор, что с ней? Доктор! Директор Дин, ты можешь идти. Мне нужно отдохнуть. Доктор, чем она заболела? Директор Дин, мне нужно отдыхать. Не жди его, Сюй Мачан не придет. Разве он не должен приехать к тебе? Дин Вэньсяо попросил его узнать, где я. Надеюсь, что ты сказал все, Янься. Хорошо. Директор Дин, DI сможет скоро выйти на рынок. Что касается ее увольнения, то это только на пользу. Уже поздно. Тебе пора домой. Увидимся завтра на работе. Вы член ее семьи? Нет. Тогда, может, вы ее парень? Вы так о ней волнуетесь. Из-за переутомления у вашей девушки случилась дисфункция печени. Если не начать лечение, у нее может развиться рак. Неужели? Все так серьезно.
Я знаю, тебе не нравится Янься. Поэтому на собрании акционеров ты объявила о соревновании. Все честно, не волнуйся о мнении других. Что такое? Думаешь, я могу проиграть? Для положения компании не важно, кто выиграет. Главное, чтобы DI смогла выйти из кризиса. Если твой дизайн и задумку Янься соединить, то я буду уверен, что следующие два сезона у DI все будет хорошо. Конечная цель – выход DI на рынок. Вэн Сяо, только тогда ты станешь моим. Когда я смотрю на здание DI, только тогда ощущаю себя такой незначительной. Если однажды достигну успеха, смогу ли я твердо стоять на ногах? Цанин, спасибо, что все это время помогала мне. Если я в чем-то провинилась перед тобой, прости меня. Я знаю, что директор Му не любит меня. Поэтому можешь ты передать ей мою благодарность? Цайнин, через 5 минут начнется собрание у дизайнеров. Хорошо, директор Му. Я провожу тебя. Не надо, спасибо. Отвергаешь помощь других. Это невежливо. Хоть мы теперь и не коллеги, но не забывай, что я помог твоему магазину. Садись в машину. Я слышал, что в DI было соревнование. И тот, кто проиграет, будет уволен из DI. Вэн Сяо, это какая-то чушь. У DI не лучшее положение. Если хочешь выйти на рынок, то сейчас шансов мало. Чтобы выйти из кризиса, нужно объединиться, стать дочерней компанией. Я не хочу ни с кем объединяться. Тогда почему ты дал согласие на это соревнование? Соревнование не изменит ситуацию. Просто поменяется дизайнерский состав и режим работы. Я теперь вообще ничего не понимаю. Твое понимание здесь и не нужно, не волнуйся. Я уверен в своих действиях. Алло, Хэбэй. Директор Му. Вот все, что мы отобрали для дизайна на новый сезон. Вы все хорошо сделали? Некоторые утвердил директор Дин. Если вам что-то не нравится... Нет. Я сама с ним поговорю. Хорошо. Мужской стиль нового сезона — это дизайн, который выиграл на соревновании. Я надеюсь, что послезавтра мы сможем приступить к женской коллекции. Завтра я передам для вас материалы. Есть еще вопросы? Если нет, тогда собрание закончено.
Что за срочность? Что-то нашел? Нет. Но кажется, меня раскрыли. Если ничего не предпринять, я не смогу ничего обнаружить. Слежку нужно отложить. Ладно, пусть так. Жди моих приказаний. Хорошо. Если Сюйма Чен не вор, как он разоблачил слежку? Наконец-то я избавилась от страданий. Эти результаты означают новое начало. Хорошо сказано. Хоть я это и сказала, мне нужна твоя критика. Критика? Какая? Ты все еще винишь меня за то, что не был твоей моделью? Я похожа на мелочного человека? Ты хорошо владеешь собой, чему удивляешься? Это ты пришел ко мне изменить одежду, если бы не ты, меня бы не было в DI. Твои слова ошарашили меня. Сюйма Чен, я правда не понимаю. Смотри, ты знаменитая модель. Почему ты приехал в маленький, никому неизвестный магазин? Это все благодаря твоей подруге Нисети. Если бы она в интернете не обозревала твой магазин, я бы никогда тебя не нашел. Точно, совсем забыл о ней. Точно. Ты очень сильно нравишься Нисети. Она в больнице думала, что ты придешь, и она очень долго тебя ждала. Но она мне не нравится. Сюйма Чен, люди считают тебя очень заботливым парнем. Как ты можешь ранить людей? В отношении чувств я прямолинеен. Я не понимаю, ты же добрый. Ты что, сейчас подражаешь Дин Вэнься? Никому я не подражаю. Я и он разные люди. Точно. Совсем не как он. У него в голове... Сегодня не будем обсуждать его. Сегодня мы пьем ради веселья. Давай, выпьем. Выпьем. Я с тобой согласна. Линшань, что ты здесь делаешь в такое время? Я твоя невеста, и могу приходить к тебе так поздно. Или тебе нужно личное пространство? Говори, что хотела. Можешь злиться. Похоже, что я злюсь. Янся уже нет в компании. Почему ты выбрал ее дизайн для нового сезона? Мне нужен ее дизайн. Я хочу соединить его с твоим макетом. Это никак на нее не повлияет. На соревновании уже оценили мои способности. Мне не нужна чья-то помощь, чтобы подготовить дизайн для нового сезона. Я знаю, ты презираешь Янся, но что касается ее дизайна, ты не можешь отрицать ее талант. Не спеши отвергать ее макет. Когда я надел ее одежду и вышел на подиум, я видел твое выражение лица. Если бы ты была на моем месте, думала бы по-другому. А что насчет моего положения? Чтобы DI вышла на рынок, ты пренебрегаешь моими чувствами. Почему чужое мнение тебе важнее моего? Я просто стараюсь выполнить обещание отцу. Я помогу тебе. Еще не забудь о своем обещании мне. Держись, осталось немного. Все хорошо. Ты слишком много выпила, справишься? Я дойду, спасибо тебе. Не бойся. Если потом будут проблемы, позвони мне. Пока. Пока. Все уладь, и остаток получишь в конце. Хорошо. Проследи за ними.
Я хочу знать, кто за мной следил. Господи, ребенок, что с тобой? Почему ты так много выпила? Девочка моя, ты же вредишь своему здоровью. Мама, у меня все хорошо, только грустно. Нет, девочка моя, почему ты грустишь? Папа оставил мне свое ремесло, но я не могу ничего добиться. Я должна показать миру. Я обещала папе, но у меня ничего не получается. Ты такая глупая. Глупая. Не плачь. Кто заставил тебя так грустить? Мама, ты стараешься изо всех сил. Я бесполезная. Наша семья держится на тебе. Но у меня нет сил терпеть. Мне нужен папа. Прекрати плакать. Я с тобой. Если бы твой брат взял половину проблем на себя, ты бы сейчас так не страдала. Мне нужно придумать, как дизайн Линшань и Янься соединить вместе для новой коллекции. Директор Дин, это материал, который вы просили. Если кто-то спросит меня, скажи, что я на производстве. Хорошо, директор Дин. Я знала, что утром мне будет плохо. Вчера не надо было пить так много. Эй, Янься, ты вернулась? У меня есть для тебя заказ, мне нужно починить вот это. Это моя юбка, она короткая, нужно ее немного удлинить. Но я боюсь, что она будет некрасивой. Ты можешь придумать что-нибудь с ней? Здесь можно добавить украшения на талии и укрепить в поясе. Материал будет немного другим, но будет выглядеть хорошо. И правда неплохо? Конечно, ты же все-таки дизайнер DI. Поэтому я принесла тебе свою одежду. Через 2 дня я приду за заказом, хорошо? Да, не волнуйтесь. Дизайнер DI. Уже все совсем по-другому. Добро пожаловать. Директор Дин. Так быстро вернулась к работе. Папа, все идет по плану. То, что ты потерял, я очень скоро верну обратно. Я помогу тебе вернуть все силой. После увольнения ты забыла попрощаться со мной. Директор Дин. Нет, я уже не работник DI, поэтому буду звать тебя господин Дин. Господин Дин, можешь, пожалуйста, больше не лезть в мою жизнь? Не могу. Я же вежливо спросила. Ты разве не обещала, что отзовешь от меня обвинение в воровстве? Я сейчас свободна и не принадлежу DI, из меня не получится вить веревки. И правда. Я не могу на тебя давить. Теперь ты больше не воришка, но это не означает, что ты свободна.
Что это значит? Хочешь меня похитить? Похищение человека — это нарушение закона. Я не собираюсь нарушать закон. Да что ты от меня хочешь? Проигравший покидает компанию. Но это не значит, что ты освободилась от DI. Ты просто поменяла свое место работы. Не забывай, что подписала со мной контракт. Несправедливый контракт. Если ты пройдешь стажировку, ты станешь официальным работником DI. После вступления договора в силу в течение 5 лет DI будет на первом месте. Запрещено плагиатить и передавать дизайны DI. Иначе сотрудник будет привлечен к ответственности. А? Хочешь сказать, что я прошла стажировку и стала официальным дизайнером DI? Поэтому нужно заключить новый контракт. Иначе... Буду привлечена к ответственности. Извини, я так рада. Я понимаю. И еще. Сегодня в течение дня ты должна закончить дизайны, которые относятся к DI. Без проблем. Директор Дин, это немного смущает. Если ты все сделаешь сегодня, получишь премию 50 тысяч. У тебя время до 12 часов. Время не ждет. Хорошо, ради 50 тысяч я выложусь на полную. Цанин, сообщи, что через 10 минут начнется собрание дизайнеров. Хорошо. Господин Сюй. Как быстро ты приготовилась к бою? Отдел дизайна уже провинился один раз. Я не хочу, чтобы у DI были проблемы, поэтому я... Поэтому ты стараешься изо всех сил ради DI. Кажется, ты счастлива. Но на самом деле, так быстро погрузилась в работу. Потому что боишься потерять Ван Сяо, да? Я не хочу обсуждать эту тему. Мне нужно идти на собрание. Линшань, ты слишком много делаешь для Ван Сяо. Ты можешь сильно навредить себе. Это Янься. Она так любит деньги. Хоть эта задача кажется невыполнимой, но чтобы вернуть долг Сюйма Ченю, мне нужно 5 миллионов. Я должна хорошо постараться. Джоу Тинь, зайди ко мне в кабинет. В мужской одежде также еще не хватает элементов. Нужно приложить больше усилий. Что касается женской коллекции, у вас в руках сейчас мой черновой вариант. Я надеюсь, что за короткое время вы сможете закончить этот макет. Как дела у дизайнерского отдела? Директор Му сейчас проводит с ними собрание. Думаю, они скоро закончат дизайн. Линшань досрочно сдала черновики дизайна. Тогда макеты Янься уже не окупят себя. Новая продукция может столкнуться с той же проблемой, что и в прошлый раз. Мне нужно срочно предпринять меры, пока дизайны не будут сданы. Директор Дин? Я понял. Подготовь бумагу и карандаши. Вечером отправь все это ко мне домой. Хорошо, директор Дин. И еще. Получи из бухгалтерии 50 тысяч наличкой. Хорошо, все сделаю. Янься, не разочаруй меня. Еще 10 макетов. У меня осталось 7 часов. Старайся, нужно все успеть.
Что такое? Волнуешься, что я могу не сдать законченный дизайн? Удели мне свое внимание. Я уверен в твоих способностях, поэтому я ни о чем не волнуюсь. Может, все-таки побеспокоишься обо мне? Я так много сделала ради тебя. Неужели этого недостаточно, чтобы ты уделил мне свое внимание? В последнее время я не понимаю, для тебя важнее Диай или же я? Ты и Диай. Обе важны для меня. Линшань, что касается презентации новой одежды, у меня насчет этого свои взгляды. Завтра я отправлю тебе материалы. Почему ты проявляешь интерес к дизайну? Потому что от него зависит будущее DI. Вот я и заинтересован. Хорошо. Если у изделия будет концепция, тогда я не буду с тобой спорить. Размер XL уже весь распродан. Если это верхняя одежда, то она будет хорошо выглядеть в обтяжку. В общем, рекомендую купить одежду на размер меньше, согласно вашему росту и весу. Подойдет размер L. Я думаю, что вам понравится ткань изделия, поэтому берите размер L. Я сейчас все отправлю. Хорошо, заказ принят. Если покупка вам понравится, пожалуйста, напишите отзыв. Спасибо. Работаешь в поте лица? Почему ты бесшумно заходишь? Ты же можешь меня напугать. Я довольно красивый, не похож на привидение. Я правда не вижу, в каком месте ты красивый. Не видишь мою красоту? Красота — это то, что исходит изнутри. Что касается тебя, не будь как Янься. Хочешь, чтобы все в округе думали, что ты злобная ведьма? А ты не будь как Дин Вэньсяо. Не подсматривай за мной. Извращенец! Почему я извращенец? Я намного лучше его. У тебя вообще нет чувства справедливости. Он взял на работу Янься, а ты делаешь работу за него. В каком месте я несправедливая? Я делаю высокую выручку, зарабатываю деньги для Дин Вэньсяо и получаю прибыль. Разве это плохо? Ты такая алчная, и ты говоришь, что это справедливый обмен. Ты забыла, что ты не сыти. Уходи отсюда. Мне нужно работать. Мне звонит сейчас. Алло, директор Дин, не волнуйся, я обязательно сдам дизайны вовремя. Я уверен, что ты все успеешь, так как это все ради 50 тысяч. Я скоро буду у тебя. Хорошо, но только не забудь о деньгах. Не волнуйся, не забыл. Ладно, не доставай меня своей болтовнёй, я очень занята. Эта девушка ради премии даже не ела еще сегодня. Директор Дин, ты чего так рано? Я быстро, последний макет. Директор Дин, я делаю все, чтобы закончить макеты. Почему ты не ценишь это? Это уже мне решать. Ты закончила. Правда? Премия? Не волнуйся, твоя премия никуда не денется. Сейчас самое главное — это поесть. Я еще не ела. Я так и знал.
Мама, почему ты еще не спишь? Твоя сестра еще не вернулась, я волнуюсь. Знаешь, она больше не работает в той компании. Почему она еще не дома? Возможно, у нее много заказов в магазине. Мама, не волнуйся. Я пойду проведу ее. Помогу сестре, хорошо? Директор Дин, ты намеренно принес мне поздний ужин? Не думай лишнего, это остатки после ужина с другом. Остатки? Ага. А выглядит как новые блюда. Ладно, это не важно. Расскажи мне о своих макетах. Моя идея заключается вот в чем. Мое окружение – модные девушки. Когда я создавала макеты, я представляла всю коллекцию одним целым. Простая задумка – выделяются только цвета. Некоторые части дизайна смешанные, на рукаве я добавила полоски. Кто этот парень? Почему он фотографирует мою сестру? Снова эта дорогущая машина. У сестры просто гости, поэтому она не возвращается домой. Смотри. Результаты неплохие. Ракурс выбран хорошо. Ты доволен, прекрасно. Не расслабляйся. Я делаю работу, ты не беспокоишься. Следить за адвокатом. Я готов. Еще это Яньсяо. Чего ты хочешь добиться? К тому же, Дин Вэньсяо очень внимательный. Если меня не раскроют, то я определенно найду больше информации. Яньсяо старается над макетами. Неужели Дин Вэньсяо прибегнул к хитрости? Я бы не смог сделать такой рисунок. Меня мучает жажда. Подожди, я принесу. Кажется, кто-то недавно следил за мной. Говоришь, тебе скучно, все надоело уже? Ты сделал много плохих вещей. И что же я такого сделал? Точно. Скоро сдадут черновики дизайна. Яньсяо с нами нет. Что будем делать с новой коллекцией? Я уже обсудил все с Линшань. Тебя что-то беспокоит? Если нет, то иди домой. Я устал, мне нужно отдохнуть. Я только пятую точку приземлил, а ты меня уже выгоняешь? Как-нибудь в другой раз поболтаем. Ладно, в другой раз так в другой раз. Помнишь, где двери? Похоже на Линшань. Здесь непонятно, что это Яньсяо. Кажется, мой способ не подходит.
Я и правда угадал. Дин Вэньсяо, ты хорошо придумал. Заставил Яньсяо уволиться, и теперь она помогает тебе с макетами. Если Лин Шань узнает, как она отреагирует? Мне нужно научиться рисовать.整个世界要风风火火享受午夜。